Добро пожаловать в художественный мир Одессы, разнообразный и притягательный. Музеи, галереи, арт-центры ждут своих зрителей. Выставочный зал «Унион» на улице Троицкой, 43, представляет выставку «Единение» творческой группы «Кисти» с 1 ноября. Концепция выставки прежде всего в объединяющей самых разных людей силе искусства и творчества. На выставке представлены разные жанры живописи и графики. Валерий Мартынюк, Елена Марценко, Ольга Горбач, Андрей Куликов, Марина Могилевская, Ирина Рубель, Екатерина Тимошенко, Наталья Дмитриева, Татьяна Небабина и Алексей Самсонов имеют разные взгляды и вкусы. Их картины отличают техника, материал и уровень исполнения. Но желание быть искренними в своих работах объединяет их творчество. Галерея «В садах Победы» на площади 10 апреля предлагает вниманию зрителей выставку живописи Игоря Карачевского со 2 ноября. Художник Игорь Карачевский живет на Кимбургской косе. Мощным источником его вдохновения является окружающая природа. Любимые мотивы мастера – цветущая степь, сосновые леса, бесчисленное множество озер, колеблющиеся на воде отблески восходящего и заходящего солнца, прозрачный воздух, изумительные облака. В итоге на полотнах возникает великолепная гармония ритма, света, линий. Гармония обнаженная, как сама истина. Художник не копирует детали природы, не идеализирует ее, а передает мгновенное впечатление от контакта с внешним миром через призму своего видения, создавая искрящимся цветом пейзажи. Мягкая поэзия, запечатленная художником на холстах Кимбургской косы, этого заповедника украинской природы, берут нас в плен и создают незабываемое впечатление. Дом медработников на улице Греческой, 20, представляет арт-проект благотворительного фонда «АВЫ. Осень». Организатор Рита Колобова до 21 ноября. На выставке представлены работы художников из России, Украины и Америки. Живопись, графика, художественная фотография, произведения декоративно-прикладного искусства. Осень – самая волшебная пора, когда краски своей яркостью и непередаваемым очарованием кружат голову и пьянят, унося воображение в мир сказки и мечты. Поэты посвящают осени стихи, музыканты – песни, а художники дарят каждому миг вечности, отражая все это великолепие в своих работах. Новые выставки, яркие имена, современное искусство и классика в следующем выпуске программы «Галерея». Ходите на выставки, соприкасайтесь с прекрасным.